Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и сегодня я продолжаю играть в Shadow Fight 2. Знаете, вышло новое обновление, и первое, на что я посмотрел в этом обновлении, какой у меня появился хэштег. Мне он понравился, спасибо разработчики за это. Спасибо, я сейчас не выругался, и это был не мат, это мой хэштег. Спасибо, спасибо вам за это. Что ж, заходим на мой ник. Как вы видите, здесь сейчас есть такая вот менюшка, можем потыкать, все в разработке. Как я полагаю, можно будет создавать какие-то кланы, можно будет добавлять друзей, все дела. Также есть основная статистика. Да, я всего лишь один раз был на первом месте в рейдах. И это было, по-моему, на ролике, когда я сражался против вулкана. Это было классно, кстати. Сегодня мы постараемся сыграть в Фунгусе и Вортексе. И да, привет, мои любимые тиммейты. Я, честно говоря, обращаюсь не к вам, зрители, а к своим тиммейтам. Блин, наконец-таки начните вы играть. Потому что когда я играю на Фунгусе, ладно, мы там еще... Втроем как-то выигрываем. Там один человек нанесет 2000 урона, другой, третий 2000 урона. Все, все отлично. Но когда ты попадаешь на Вортекса, появляются люди, либо которые просто чатятся, как я показывал вам предыдущий ролик, да, по рейдам. Либо просто не играют, они ждут того момента, пока сыграют другие и, возможно, накопят по 5000 урона каждый. Это нереально сделать. Нет, возможно, это реально, если у тебя там посох с 5-10 заклинаниями, зачарованиями, точнее, тогда да. Но если у тебя обычная кусаригама с одним лишь зачарованием, без каких-либо сфер, то победить очень сложно. Надеюсь, сегодня этого не будет. В целом, обновление мне, кстати, понравилось. Появился новый босс, Архас, клево. Нужен 5-й дан, у меня 4-й, поэтому мне все равно он недоступен. Я играю на Фунгусе и Вортексе, мне этого достаточно. Первоначально сыграем на Фунгусе, чтобы немножко так потренироваться, что ли, и получить ключ на Вортекса, конечно. Ну и после этого перейдем к Вортексу. Возможно, проиграю. Да, и проиграю не за счет себя, потому что я в целом наношу всегда 2000 урона, и многим этого достаточно. Каждый наносит по 2000 урона, 8 человек наносит по 2000 урона, в целом получается 16, все довольны. Но бывают же такие, блин, кто просто-напросто никакого урона не нанесет, ждет, пока нанесут другие, и потом еще, блин, корит их за то, что, блин, они проиграли. Идеально. Идеальная схема, ребят. Просто идеальная. Надеюсь, между вами, таковых нет, поэтому я говорю сейчас совсем другим людям, и хватит колобок там прыгать, блин, еще. Привязал меня, да давай, магия, выпускайся. Фу, он чуть не прыгнул. Так, уклоняемся. Я знаю, что когда он прыгает, самому надо подпрыгнуть. Тихо, тихо, отлично, урон нанесен. Так, отличненько. Нет, колобок, не прыгнешь ты. Не прыгнешь. И еще получай магии, блин. Практически ноль. Сколько урона я нанес? Надеюсь, что хотя бы около 300. 398 урона. Для начала это неплохо. Возможно, даже займу первое место. Потому что всегда нанося 400 урона, я занимал раньше первое место. Сейчас это тоже так. В чате пишут: Стив Гэррис, я твой поклонник. Меня кто-то даже узнал. Круто. Дид, привет, чувак. Возможно, ты увидишься в ролике. Это круто. Что ж, давайте попробуем. Он набрал 460 урона. Возможно, мы с этим чуваком как раз-таки затащим. Как вы видите, мои зрители играют на все 100. Спасибо вам, ребята. А вот остальные, я не знаю, как они сыграют. Что ж, посмотрим. Нажимаем бой, нажимаем еще раз бой, ну и посмотрим, как у нас получится сыграть еще раз. Отлично, так, Фунгус, надеюсь, ты способен хоть на что-нибудь. Получай, блин, промах, ладно, хорошо. Так, уклоняемся, ё-моё. Так, получай, отлично, кровотечение пошло, наносим еще немного урона, и дальше такой крученый, замечательно, три комбо сразу же, тут бы его еще вот так вот опрокинуть, давай, зачарование сработай, к сожалению, зачарование не сработало, колобок, иди ты отсюда вон, блин, зажался, опять прижимается ко мне, пошел вон отсюда, блин, все-таки урона наносит нехило так. На, так, получаем. И дальше кровотечение, надеялся я на это, но нет, к сожалению, нет. Но зато сработала защита. Блин, уклоняться он хорошо умеет. Вроде такой неподвижный, а уклоняется-то нехило.
И время опять завершено. Сколько там? Около 300 урона. Опять же, да, 240. В этот раз особо не получилось, да? Но да ладно, это тоже неплохо. Что ж, ждем того момента. 638. 638 урона. Я на первом месте нахожусь. Надеюсь, меня сейчас кто-нибудь обгонит. Я не против. Мне этот ящик, по сути, 100 лет не нужен. Но это круто. Хай, Стивен Геймс. Ребят, вы меня откуда знаете? Я люблю Кусаригаму, как и ты. Переписывайся, пожалуйста, Стивен. Ребята, я сейчас записываю ролики, и вы себя увидите, я надеюсь. Поэтому вы меня поймете, почему я не могу переписываться. Что ж, 5 секунд остается, и сейчас нам надо сражаться. Нам не надо переписываться. Я надеюсь, у нас это получится сделать. В бой. Еще раз бой. Ну и давайте посмотрим. Что ж, игра загружается снова. Кусаригама, я надеюсь, у тебя все сейчас получится. Колобок, стой на месте. Отлично. И кровотечение подействовало. Блин, нравится мне зачарование кровотечения. Срабатывает, только не так уж и часто. Хотелось бы почаще, потому что, например, у меня на серпах стоит зачарование. Я не помню, как оно называется. Но оно срабатывает гораздо чаще. Гораздо чаще. Так, блин, да иди ты вон. Опять прижимается, еще прыгнуть хотел. О, вот это зачарование просто бомба. Только не прыгай сейчас. Ой-ой-ой-ой, я лежу, а это плохо. Тихо, тихо, отлично. У меня остается совсем мало здоровья. Фу, 11 секунд. 11 секунд, дожимай, дожимай его. Дожимай, отлично. Нет, 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 иди отсюда вон. Нет, нет, блин. Под конец, 2 секунды, 2 секунды оставалось. 2 секунды, 365 урона. Я мог нанести еще магию и, конечно же, затащить. Но не получилось. Что поделать, что поделать. У меня есть 37 секунд. Нам нужно победить, ребят. Нам реально нужно победить. Потому что здесь, просто я не знаю, все играют. У меня такое впервые. Я вот раньше говорил, что как бы, ну, большинство тиммейтов не играло. Но здесь тиммейты шикарные, все играют. Но наносят, конечно, не все очень много урона. Но, блин, когда-то и я много урона не наносил. Ладно, давайте посмотрим. Получай, блин, офигел. Фунгус, нет, ну куда ж ты прыгать? Я еще джойстик не в ту сторону наклоняю. Я просто, когда он прыгает, у меня реакция, как будто бы он по мне сюрикеном лупить начинает. Отлично. Вот, наносим урон. Тихо, тихо. Блин, положил меня все же. И сейчас прыгнет. Фу, хорошо, защита сработала. Я уже могу прочувствовать всю его тактику. Потому что я знаю, когда он прыгнет, когда он начнет бить меня сюрикеном каким-нибудь. Вот сейчас он меня бил сюрикеном, и я это знал. Я это знал, но, к сожалению, ничего сделать не мог. Потому что в этот момент по мне попал сюрикен, и я просто валялся. 288 урона. Очень мало, очень мало. Времени остается все меньше и меньше. И что тут у нас? Что тут у нас происходит? 2620 урона нужно нанести. Притом остается 2 минуты 41 секунда. Это очень мало. Что нам пишет при этом в чате? Нам пишет Ок Стивен. Хорошо. Тем временем у меня 2353 урона. У Дита пока 2313. Остается минута и 1381 урон нужно нанести. 34 секунды, 33 секунды, 1180 урона. Еще 2 человека в игре, у нас есть все шансы. 3 человека в игре. Я сейчас войду в игру и надеюсь, мы победим. 4 человека в игре и плюс еще Дит в самой игре находится. Возможно, он сейчас нанесет просто тучу урона. Это было бы неплохо. 899, остается 40 секунд. 40 секунд, ребята, я вас верю. Это было бы круто. Это было бы просто круто. Фу, надеюсь на это. 30... Секунд, 29. Так, я вхожу в бой. По-быстрому входим в бой и наносим как можно больше. Так, если каждый даже нанесет 100, это около 500 урона. 412 кто-то нанес, остается нам около 400 нанести. Так, отлично. Давай, давай, давай. Это был жесткий бой, это будет жесткий бой. Бой века, телепузик, падай. Сфера, отлично. 75 урона минус. Давай, 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 давай. 3... Как мы проиграли? Как мы проиграли? Мы ж нанесли нужное количество урона. 119 плюс сфера. Оно ж должны, мы должны были выиграть. Капец. Это жесть просто, ребят. Ну как? А нет, подождите. Добивание?
Мы выиграли. Это круто. Это очень круто. Так, отлично. Добивание. И погнали. Добиваем сейчас мы этого босса. Получаем свой ключик. Я там, по-моему, не на первом месте нахожусь. Но в целом второе место это тоже довольно-таки неплохо. Так, получай, фунгус. Добьем тебя из первого раза. Пришлось потратить сферы. Две штуки. Одно я промахнулся, конечно. Блин, я думал, это он прыгает. Ну, как бы всерьез. Ох, фу, хорошо. Отлично. И магия, добивание, победа, все. Теперь мы переходим к Вортексу, ребят. На Вортексе все будет сложнее, но я верю, опять же, в то, что мы победим. И мне получится добиться тех же тиммейтов. Отлично, погнали. Знаете, какой самый сложный ролик в записи? И я его записываю уже, наверное, около 3, возможно, 4 часов, я точно не знаю. Но сейчас уже 12 часов ночи, и я до сих пор не могу дозаписать его нормально. Да, именно нормально. Я уже несколько раз сразился на Вортексе, несколько раз сразился на Фунгусе. Я уже занимаю какое-то почетное место и получу ящик и новый дан, если так и будет продолжаться. И все связано с тем, что я всегда, когда играю на Вортексе, мне попадаются какие-то непонятные люди, которые как бы вроде как и играют, но вроде как не играют, и я то сливаюсь, то не сливаюсь. По сути, получается так, что, как бы вам сказать, Вортекса я до сих пор не прошел. И если сейчас я проиграю, я нажимаю сразу же войти, если я сейчас проиграю, то пусть так и будет. Давайте говорить честно, пусть так и будет. По сути, я несколько раз пытался уже записать этот ролик. У меня есть куча геймплея часа на 2. Но, к сожалению, там ничего интересного нет. И приходится все время сначала проходить Фунгуса, потом заново проходить Вортекса, получать этот ключ. И опять же этот ключ сливать. Пожалуйста, подари мне хороших тиммейтов. Я прошу тебя, на Фунгусе ты это сделал. Там были реально крутые люди, которые помогли мне выиграть и заполучить этот ключ. Пусть будет и здесь. Пускай будет так и здесь. Отлично, я попадаю на Вортекса. Ну и давайте посмотрим, что у меня получится здесь сделать. 18 тысяч урона. 18 тысяч за 11 минут. У меня серпы, да, вы не ошибаетесь. У меня серпы на данный момент. И мне кажется, что они на Вортексе работают гораздо лучше, чем что-нибудь другое по типу кусаригамы, да-да. Я даже намекать не стал. Потому что серпы, они по сути наносят ближний урон, и таким образом гораздо легче атаковать. Наносишь, конечно, не столько урона, как по Фунгусу, но в целом мне урона достаточно даже в такой ситуации. Где-то 200 урона я наношу. При том, что Вортекс это сложный персонаж, я к нему еще не подобрал оружие как такового. И даже вот смотрите, косячу с магией. А он наносит по мне нехилый урон при этом. Так, отлично. Иди сюда. Вот так вот зацепили. И дальше комбо из 4 ударов. Так, отлично. Брутало. Уже брутало накопил. Но при этом урона-то много не нанесу. Вот Ашик накопил 436 урона. Это шикарный результат. Я накопил 200 урона. И это никак не связано с тем, что я поменял оружие. Кусаригам она бы нанесла даже меньше, потому что у нее размах идет гораздо дольше, и с этим все очень сложно. Я нахожусь, можно сказать, на последнем месте, но нужно вырваться где-то в середину. Зачем? Чтобы получить ключ на не Вортекс уже, а на Фатум. Потому что, чтобы заполучить ключ на Фатум, нужно нанести как минимум, по-моему, что-то около 2000 урона. У меня это не получится сделать, если... Как бы не то, чтобы все будут играть хорошо, наоборот, если я буду играть плохо. А пока что я играю очень плохо. Я нахожусь на предпоследнем месте, либо на втором месте с конца. Это не очень хороший результат. И здесь, конечно, без сфер бы не обойтись, но все сферы я потратил довольно давно, и да, зря я это сделал.
Опять, вот видите, магии косячи очень сильно. Вортекс очень быстрый, он уклоняется. Наношу опять 468 урона, это вроде бы как нормально, но с магией было бы больше. Я два раза опять же промахнулся. Но при этом я держусь на третьей строчке, а это неплохо. Если я поднимусь на вторую строчку, я получу уже ключ, это 100%. Я просто не знаю, сколько урона надо нанести, но мне кажется, что 2000, так это точно. Но надеюсь, что и хватит 1500, потому что 1500 я точно успею нанести. Все же еще у нас есть 6000 урона, нам попались шикарнейшие тиммейтом. Нурик, ты просто крут. 2 секунды, 1 в бой, погнали. Заряд, смотрим. Фу, надеюсь, что и сейчас будет около 400 урона. Я не закачусь с магией, нанесу зачарование свое любимое. Да, на магии у меня стоит шикарнейшее зачарование, которым я еще ни разу не воспользовался. Хотя планировал, но вот вы видите, да, иногда получается хорошо, иногда... Вот, все, отлично. Зачарование сработало, здесь будет уже около 500 урона. Вортекс, держись, 500 урона по тебе я точно сейчас нанесу. Главное бы по тебе еще магии один раз долбануть. Хотя ты можешь меня победить, блин, если постараешься. Еще раз зачарование-то сработало, ребят, это просто шик. Ну только меня прикончили, 10 секунд оставалось, но мне кажется урона 500 я нанес. 473, но в целом этого достаточно. Два раза сработало зачарование, и это, конечно, очень хорошо. Фу, я держусь опять же на второй строчке. 4000 урона, 4 минуты. Это хороший результат. Я держусь на четвертой строчке, потому что меня сбросило 2 человека, но все же у нас где-то около 3000 урона остается. 3 минуты, практически 4, можно так сказать. И да, я надеюсь, что сейчас у меня получится снова нанести 200 урона. Да, отлично, только мне подействовало зачарование. Вот, спасибочки. Спасибочки за зачарование. Так, вот получай. Давай, сюда иди. Вот, получил. Но только вот урона я очень мало в этот раз нанес. Где-то максимум соточку пока что выдавил. Ох, блин, еще упал так дико. Блин, и магию прокакал. Ладно. Он меня там избивал, пока я пытался выбраться. Блин, ну же, давай, поддавайся. 14 секунд, хоть 200 урона, чтоб было. Потому что пока что 200 я чувствую нет. Есть максимум, ну максимум это 150, возможно. Прикончил, все-таки прикончил под конец. Блин, вот эти вот его атаки, они меня очень сильно напрягают. 178 урона, и сейчас я что-то пошел на дно. И меня могут многие обогнать. Сейчас меня могут многие обогнать, потому что остается всего лишь пару, можно сказать, минут. 2 минуты 40 секунд, 1608 урона. Тут, по сути, остается секунд 30. Если сейчас Майтон и Мео нанесут неплохой урон, то я сливаюсь на пятую строчку, а там билеты выдадут, не выдадут, я не знаю. Но у меня есть 2000 урона, у меня надежда только на то, что мне билет выдадут за то, что я хотя бы держался на третьей строчке какое-то время. Я уже на четвертой, как вы видите. Да, Митхун этот набрал 2000. Добивание. Все же я билет получаю. Добивание есть, 2038 урона. Главное сейчас добить персонажа. Фу, хорошо, ребят. Наконец-таки я это сделал. Мы победили Вортекса. Этого я и ждал, потому что, блин, эта боевка, она записывалась очень долго, ребят. Очень и очень долго, поэтому ставьте лайк, если вам понравилось. Все же, я не знаю, кто столько возился с этим персонажем. Я, наверное, думаю, что никто. Один я только такой косячный, мне попадаются не те тиммейты, но в этот раз получилось все очень-очень хорошо. И вы видите этот ключик, это допуск к Фатум. Что ж... В следующий раз мы уже сразимся с Фатум, и я не знаю, будет ли это грандиозная атака, либо это будет, опять же, все очень фигово, и смотреться будет очень плохо. И, как вы видите, я занял пятую строчку, я в середине, и это очень хорошо. Впервые за тысячелетие человек одерживает победу. Как же сильна ваша воля к жизни, но что бы вы ни делали, исход один. Вы умрете.
Так, скажи нам, о древнейший, разве нет у человечества шанса искупить свои грехи перед вами? Ваша участь уже решена, вы лишь выбираете способ, который оборвет ваши жизни. Но решать это не мне, а тому, кто не знает милосердия. Мы так долго общались с людьми, что научились понимать вас, но тот, кто управляет нами, не имел такой чести. И скоро ты в этом убедишься. Вот что нам сказал Вортекс, и мы можем перейти на Фатум, но это уже будет в следующей серии, ребята. На этом все, всем спасибо за просмотр, если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!